Почти 1500 вакансий предложат работодатели региона для соискателей различного уровня. Наша область присоединилась к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства. Сегодня руководители предприятий и кадровики разных организаций встречались с потенциальными работниками в Амценске. 28 июня в 10 часов работодатели и соискатели будут общаться в Ливнах, а также в областной столице на площадке библиотеки имени Бунина. В Орле на ярмарке трудоустройства организации и предприятия представят более 1000 вакансий. Предстоящая ярмарка вакансий обещает быть очень интересной. Она будет похожа на интерактивную площадку, на которой будут представлены не только промышленные предприятия, но также и муниципальные, и областные учреждения, социальные и других сфер. Кроме этого, на ярмарке будет присутствовать семейный МФЦ, то есть если посетитель придет с ребенком, ребенка можно будет занять интересными активностями. Кроме этого, мы ожидаем площадку социального фонда, фонда «Защитники Отечества», и также можно будет поучаствовать в профориентации и других видах ориентационных мероприятий. До конца года в Орловском регионе пройдет 38 ярмарок вакансий.